Доброго всем утра. У нас сегодня совет карты метла и мужчина. И рядышком у нас рядом карта сад. Так, во-первых, что хочется сказать. Все у вас сегодня не на своем месте. Приведите порядок. Ну, это кто сегодня находится дома или еще как-то дальше. Для кого-то это не просто карта метла, да, у нас в правой руке карта плеть. Это как наказание. Итак, ну, во-первых, сегодня, если вы за рулем, да, у вас, возможно, сегодня штрафы, вероятный риск штрафов или неправильная парковка. Поэтому будьте внимательны, не оставляйте свой автомобиль просто брошенным. Дальше. Появление человека, разговор с человеком, у которого есть какие-то судебные иски, разбирательства, и человек этот достаточно нервный. Так вот, как совет на сегодняшний день, постарайтесь не вступать ни в спор, ни в утверждение своей точки зрения. Мужчина вы или женщина, но сегодня такой вот есть риск, доказывая свои позиции, либо свою точку зрения, либо ваше обвинение, они могут быть необоснованы, просто потому что сегодня на горизонте появится такой человек, какой он есть, да, с его всем букетом, обвиняя его, либо высказывая свою точку зрения, человек от вас отвернется, ну и будет очень даже неприятный конфликт. Дальше, что можно сказать? Сегодня день такой взъерошенный, несколько нервный, поэтому усмирите в себе гнев, не раздражайтесь, смысла нету. Возможно, вы переживаете беспокойство, что человек, которого вы ждете, он не появляется. И вы не знаете, как отпустить эту ситуацию. Из-за этого вы нервничаете. Но подумайте сами, что вам даст ваш комок нервов. Ну и как тоже один из советов, если есть возможность сегодня, соберитесь на природу. И там вы будете более спокойны, успокоитесь. Ну и внимательней в общении с противоположным полом. Если вы мужчина, то с одним и тем же полом, но внимательнее с мужчинами. Здесь больше ключевая карта метла, но вот с мужчинами, именно с мужчинами сегодня может быть всплеск. Неважно, вы там женщина или мужчина, просто держите свои позиции, будьте более уравновешены. И знаете, здесь как символ на карте ромашки. А ромашка у нас, она противовоспалительное, да, средство, но в эзотерическом плане она обостряет интуицию. Употребляв часто ромашку, да, либо через ромашку, да, арома масла ромашки, они раскрывают вашу чуткость и подсказки. Сможете многое понять. То есть, в общем, в помощь вам ромашка, которая успокаивает нервы, тоже в том числе. Ну и хорошее настроение, как предостережение, да. Не вступайте в полемику, не разговаривайте о том, чего лучше не говорить. Лучше сегодня промолчите. Тем самым вы избежите наказания, укоры в свой адрес. Всем хорошего настроения. С любовью, ваша Каролина.